А буквами или большими буквами, который в одном из этих окопов находится. Враг занимает какой-то один из этих окопов. Пушка наводит свои стволы на один или больше окопов и дает залп. Ну, если попали, то врага больше нет, и на этом все закончится. Если же враг в том окопе, куда не стреляет, то тогда, естественно, он остался живой. И он переползает на окоп по часовой стрелке. Соседний. То есть никакого, так сказать, варианта у него нет. Просто переползает в соседний окоп. После этого пушка делает еще залп. Опять можно выбирать. Хотите в один окоп, хотите в несколько. Потом еще, еще и так далее. Так, при этом неприятные условия. Стрелять в окоп, в который вы уже стреляли, нельзя. Все понятно, да? Что? А если окоп сломан, то туда враг не может перебежать? Враг может туда перебежать, и окоп от этого хуже не стал. Его только что, называется, углубили и расширили этим взрывом. А вот важно, что стрелять туда уже нельзя. Требуется придумать систему из нескольких выстрелов. Второй залп, вы стреляете во второго и в первого. Замечательно. Скажите, пожалуйста, что будет, если враг находился в начале, в первом окопе, и не полз в шестой? Есть несколько окопов. На самом деле, от количества здесь в этой задаче ничего не зависит. Для определенности будет 6. Есть, например, 6 окопов. И за один залп разрешено поразить несколько окопов, один или больше, но не все. После залпа враг переползает из того окопа, где он был, в соседний по часовой стрелке. После этого вы делаете следующий залп, потом следующий. Задача. За минимальное количество залпов поразить вашего врага. Если запрещено стрелять в окоп, в который вы уже стреляете. Повторяю. Запрещено стрелять в окоп, в который вы уже стреляете. Да, пожалуйста. У вас сколько залпов? У меня 3. Выходите, рассказывайте. Значит, ребят, здесь давайте все-таки так. Нам совершенно не интересны общие слова, поэтому вы должны делать очень просто. Вы должны... Первый окоп. Сначала его не обстреляли, он перешел в шестой, не обстреляли. Прошу вас. Вы считаете, что решил? А мы не знаем. Если бы мы знали, в каком он окопе, то мы бы с первого выстрела ровно в этот окоп бы и выстрелили. Мы не знаем, в какой. Нет. Враг в этой задаче жестко двигается только вот по часовой стрелке. Так, сначала 4-1, потом 6. Ну что ж, смотри, если он был в начале, в первом окопе, то он погиб сразу. Если во втором, то он переполз в первый. Если он был во втором окопе, то он переполз в первый. После этого он переполз в шестой. И, соответственно, по одному выстрелу в залпе можно, конечно, выстрелить в четвертого. В второго, первого, пятого и шестого. Там шестой и пятый. Вот, а это одно и то же. И в третьем. Давайте разбираться. Что будет, если человек в начале был в четвертом окопе? Погиб. Если человек в начале был в третьем окопе, куда он переползет тогда? Из третьего во второй и погибнет. Да? То есть четвертый окоп погиб сразу. Хорошо. Если был человек в пятом окопе, тогда что? Он переползет в четвертый. Вот был пятый окоп. Переползет в четвертый. И после этого переползет в третий и погибнет. Если был в первом, то переползет в шестой и погибнет. Если был, что еще бывает? Второй бывает. Если был во втором, то переползет в первый
переползет. Пятый. Вообще-то это решение. Спасибо, все. Уже ваше мнение неинтересно, потому что он решил. Господа, удивительно простая штука. За три залпа. За три залпа. Ну, единственное, не очень понятно, почему начал эту замечательную стрельбу с четвертого окопа. На самом деле мне это не вполне ясно. Давайте я попытаюсь переписать то же самое решение, только в ситуации, когда мы начинаем с первого окопа. Ну, представьте себе, первым выстрелом уничтожаем противника, если он сидит в первом окопе. Смотрите дальше, какая история. Если он там сидел, ну то мы его уничтожили. И произошел сбег, поэтому шестой окоп сейчас обязательно пустой. А если он обязательно пустой, значит сюда стрелять не надо. Поэтому разумно стрелять по окопам 2, 3, 4, 5. Давайте. 2, 3, 4, 5. Обратите внимание, если у вас в начале враг сидел в третьем окопе, если в начале враг сидел в третьем окопе, то он переходит сюда и здесь его уничтожают. Да? Если у вас в начале враг сидел в четвертом окопе, то он переходит сюда и его уничтожают. Пятый то же самое. И шестой то же самое. Какая осталась проблема? Второй. Если он сидел во втором, то он переползает в первый окоп. Правда? После этого он переползает в шестой окоп. И вот тут-то мы от него и стреляем. Итак, первый зал в один окоп, в первый. Потом 2, 3, 4, 5. И потом 6. Между прочим, легко доказать, что невозможно меньше, чем за 3 залпа. Невозможно меньше, чем за 3 залпа. Объясняю почему. За один залп нельзя просто по условию, потому что вы не можете накрыть все окопы одним залпом. Почему нельзя за 2 залпа? Ребята, дело в том, что есть стык между окопами, которые при первом залпе накрыты, и куда мы не стреляли при первом залпе. Тогда, понимаете, человек мог при первом залпе быть там, куда не стреляли, и переползти в окоп, куда мы стреляли. Да? То есть представьте себе, у вас есть круг, у вас есть вот наш круг, и ситуация такая, в какой-то окоп мы не стреляли, вот этот при первом залпе не обстрелянный, да, окоп, и мы переползаем в следующий, стреляем в первом залпе.